Холодильник горение. Вот индикация при открывании двери. Загорается температура в холодильном отделении. Все удобно. Вот полка для бутылок. Вот просто полки. Значит, вот отделение для сосисек, сыра и тому подобных вещей. Вот отделение для овощей. Уровень влажности здесь регулируется вот этим вот рычажком. То есть можно закрыть и открыть. Если конденсат появился, открыли. Ну, для большей... Это все в открытом состоянии. Из этого отделения также можно сделать дополнительное отделение для овощей, передвинув вот этот курсор. Все удобно, практично. Ну, на небольшую семью предостаточно. Размеры 60 на 60. Вот морозилка. Три отделения. Если нужны промышленная заморозка в промышленных масштабах, то, увы, не подойдет. Занимает не очень много места. Установить можно вплотную к стене. Но у меня он стоит не совсем вплотную. Мешает розетка. И то можно еще подвинуть. Невысокий. 1,87 м, по-моему. Очень нравится. И цвет изумительный.